ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Сегодняшний недельный отрывок основывается на книге Бытие, 40 глава с 12 по 14 стих. Книга Бытие, 40 глава с 12 по 14 стих. «Вийомер ло Йосеф, зе петруно, שלושת השריגים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך. ונתת כוס פרעה בידו, כי משפט הראשון אשר היית משקעו. כי אם זכרתני אותך, כאשר התאהב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני על פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. אמן. Я также зачитаю на русском языке. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его, три ветви это три дня, через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову, в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Аминь. Мир вам, братья и сестры, да наполнит Господь, наш Отец, своим миром наши сердца. И весь отрывок недельный, он называется «Вейшев» и «Поселиться». Мы сегодня с вами поговорим на тему «Не надейся на людей». Не надейся на людей и что происходит в нашей жизни, когда мы надеемся на людей, что происходит в нашей жизни, когда мы надеемся на Господа. И что произошло в жизни Йосефа, когда он понадеялся на виночерпие. И я попытаюсь вам рассказать всю эту историю. Как вы помните, Йосеф, он попадает в тюрьму из-за того, что он не согрешает. То есть жена Потифара, она постоянно клонила его к блуду, но он не соглашался. И однажды она поставила и сделала все так, что просто ее муж подумал, что он да, согрешил с ней. И он... Значит, садит его в тюрьму. Тюрьма необычная, тюрьма особенная. Эта тюрьма была, в которую попадали только высшее общество, которые служили при доме фараона. Туда попадали такие люди. И вот туда попал Йосеф. Написано в Писании, с ним был Господь, и он во всем сопутствовал ему. И начальник этой тюрьмы даже поставил Йосефа, чтобы он служил тем, кто там есть, то есть он не был как обычный заключенный. И после этого попадают вот два человека в эту тюрьму, это виночерпий и хлебодар. И когда они попадают туда, просидев там определенный период времени, то им снится сон. И этот сон не дает им покоя, каждому из них другой сон. И Йосеф, он видит, что что-то с ними не в порядке, подходит к ним и говорит, что с вами такое? Они говорят, вот сон приснился нам. Иосиф говорит очень правильную вещь. Он говорит, толкование, оно у Господа. Если Господь поможет мне, то я смогу истолковать вам. И вот он толкует сон виночерпию и говорит ему, что ты, в принципе, через три дня попадешь обратно там, где ты был, и будешь служить фараону. Это обозначает твой сон. И дальше, 14 стих, он делает ошибку, и Мидраш тоже говорит, что он делает ошибку, за которую он потом платит. Он как бы ставит этого виночерпия как свою надежду на то, что он может выйти из этой тюрьмы. И то, что он говорит здесь, он говорит первое, вспомни меня,
Это на то, что указывает Мидраш. Второй он говорит, сделай мне благодеяние. У нас написано в русском, в иврите написано, сделай мне милость. То есть как бы яви мне милость. Это второе то, что он делает. И третье, последнее он говорит, ты выведи меня отсюда. Не Бог выведет меня отсюда, а ты выведешь меня отсюда. Это то, что написано на иврите. И эти три ошибки, они как бы вот все вместе показывают то, что он ставит этого виночерпия, человека, на которого он надеется, что он решит в его жизни эту проблему. И давайте посмотрим, что происходит вследствие в жизни Иосифа после того, как он это делает. Давайте вообще откроем Иеремию, книгу Иеремии, и там прочитаем, что происходит с человеком, который надеется на другого человека, а не надеется на Господа. 17 стих, 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Аминь. Сразу скажу, что в иврите стих звучит немножко по-другому, не так, как в русском. У нас написано, и которого сердце удаляется от Господа. В иврите написано, что вследствие того, что он надеется на другого человека, вследствие этого он отдаляется от Господа. То есть уже то, что ты надеешься на другого человека, это тебя уже отдаляет от Бога. Но давайте по порядку. Вначале написано, что такой человек проклят. В иврите написано «арур». И знаете, самое страшное как бы проклятие в жизни такого человека – это то, что в его жизнь не приходит то благословение, которое должно было прийти в его жизнь. В его жизнь приходит осуждение на бедствие, в его жизнь приходит бедствие вместо благословений, которые он должен был получить. И это… как бы основная вещь в проклятии, которая как бы уводит нас из того, что мы должны были получить от Господа в нашей жизни. Оно отдаляет, наша надежда на другого человека, это отдаляет нас от Бога, как здесь написано в конце, которого сердце удаляется от Господа. То есть, когда ты делаешь опору другого человека в своей жизни, ты постепенно начинаешь отдаляться от Бога. Ты постепенно начинаешь быть дальше и дальше от Него. И это то, что происходит в жизни Иосифа. Вы знаете, он еще 2 года сидел в этой тюрьме. И, конечно же, виночерпий, он забыл про него. Это говорится в конце главы. Когда он вышел, то забыл про него. И еще 2 года Иосиф сидел в этой тюрьме. Это написано в начале 41 главы. Если вы посмотрите в книге «Бытие». И интересно, что вот про период этих 2 лет ничего вообще не пишется. Ни как Бог был с Иосифом, ни что происходило с ним в тюрьме, ничего. И как будто бы, вы знаете, такое чувство, что Бог забыл про Иосифа. На самом деле он не забыл про него, но просто он, сам Иосиф, должен был понять, что все в его жизни находится в руках Бога. И не в руках какого-то виночерпия, который может за него походатайствовать и что-то сделать. И вот этот период, в котором он учился этому. Дальше то, что происходит в жизни Иосифа, это лишает того, что могло бы прийти в его жизнь. Он мог бы выйти намного раньше из этой тюрьмы. Но, понадеясь на вот этого виночерпия, это отдаляет то благословение, которое могло бы прийти в его жизнь. 2 года он остается еще быть в этой тюрьме, чтобы понять, что не человек может вывести его оттуда, но только Бог. Когда мы читали с вами в Иеремии, то там написано «плод делает своею опорою». Вот это вот «плод делает своею опорою» в иврите интересно написано, то, что он… «Весам басаро зрао» написано. То есть он как бы… Вообще зрао – это семя. Это будущность. Семя, оно всегда символизирует будущность в нашей жизни. И в данном случае, то есть он как бы
ставит, что его будущее, его будущность, она зависит от этого человека, от того, что произойдет, от того, как он сделает. И это ошибка многих людей, то, что они думают, что их будущее, вопрос, который решится в их жизни тем или иным способом, зависит от какого-то человека. Все в нашей жизни, братья и сестры, зависит от Иешуа Мессии. Полностью все. Где ты будешь работать, где ты будешь жить, как и в каком состоянии ты будешь жить. Если ты будешь с Иешуа Мессией, то в твоей жизни будет полный порядок. В твоей жизни Господь будет царствовать. И в твою жизнь будет приходить благословение, потому что ты будешь надеяться на Бога, а не на каких-то людей, которые, к сожалению, все мы несовершенны, мы можем забыть, мы можем подвести, мы можем сделать что-то не так. Но Бог – это тот, кто никогда не подведет ни одного из нас. Всегда помните об этом. И вот он делает, как бы, он делает надежды на свое будущее вот этого виночерпия. Вы знаете, здесь используется слово, вот надежда, используется слово «ифтах». У этого корня есть много значений, «ифтах». Это уверенность, это защита, то есть они «батуах», они «ифтах», то есть «я пообещаю что-то». У этого слова, у этого корня есть очень много использований. И все, что относится к нашей уверенности, к нашей защите, к обещаниям, все это мы можем быть уверены только в Боге, не в людях. Люди могут подвести, Бог не подведет никогда. И стопроцентную уверенность мы можем именно вложить только в нашего Бога. Иногда жены или мужья, они надеются, что вот моя вторая половинка, она изменится, что он начнет вести себя как-то по-другому. И вы знаете, не надейтесь, что он изменится, но верьте, что Бог может изменить его. Надейтесь, что Бог может изменить его. Сам человек по себе не может поменяться. Мы все люди, которые... К сожалению, в той или иной мере согрешаем в нашей жизни. Так говорит Писание, нет ни одного праведного человека, который бы, делая добро, и при этом не согрешал бы. Мы просто не должны обманывать себя. Но Бог, Он всегда истинен, и Он всегда праведен, и Он никогда не подведет нас. Это не значит, что мы не должны верить людям. Вы знаете, я когда сказал вот это вот своему начальнику, когда он сказал, я надеюсь на тебя, он мне говорит, Слава, я на тебя надеюсь. Я ему говорю, надейся не на меня, надейся на Господа. А я говорю, но ты мне можешь верить. Да? То есть как бы мы должны верить людям другим, но надеяться на Бога. Понимаете, в этом вся разница. На кого мы полагаемся, на кого мы рассчитываем. Мы рассчитываем на Господа. Но людям мы верим, когда они говорят нам что-то, что Он сделает или что Он постарается. Мы верим им, то, что Он сделает со своей стороны. Но надеемся, опять же таки, на Бога, что Господь поможет ему это сделать. Не то, что сам человек это сделает, но Господь поможет сделать ему это для нас в нашей жизни. Наша уверенность в Боге. И в 17 главе, в 7 стихе написано, «Благословен человек, который надеется на Господа и которое упование Господь». В моей жизни был хороший пример, когда, вы знаете, я попал на собеседование в Intel 4 года назад. И там на собеседовании меня спросили про период, когда я болел раком, потому что об этом не было написано в моем резюме. И я начал свидетельствовать им, рассказал им о Господе, рассказал то, что произошло в моей жизни. И в конце сказал им такую вещь, то, что вы знаете, в моей жизни все зависит от Господа. И даже буду ли я работать здесь в Интеле, зависит не от вас.
но зависит от Бога. После этого 3 года я не мог попасть в Intel. То есть они как бы обо мне, я потом уже узнал, что в Intel после того, как проводится собеседование, потому что я потом сам проводил собеседование, пишут такой как результат, который потом отводится в базу. И потом база, она просто отметает твои Курот Хаим, и она их просто не берет. Когда как бы кто-то уже тебя сделал как то, что ты не можешь подходить. И вот они сделали так. Но сегодня я работаю там. Я работаю там с помощью Бога. Потому что Господь хотел, чтобы я был там. В нашей жизни все, что происходит, братья и сестры, происходит от Господа, если вы доверяете Богу. И Бог способен сделать все в вашей жизни. Все, что для вас будет хорошо. Поэтому надейтесь на Бога. Надейтесь на Иешуа. Не на людей полагайтесь и ставьте их своей опорой. Люди могут подвести. Наша надежда на Бога, она приближает нас к Богу. Она делает нас ближе к Нему. Она дарует нам благословение, она дарует нам милость в нашей жизни. И наша будущность в таком случае в хороших руках, она в руках Божьих. Бог всегда оправдывает наши надежды, и Он всегда исполняет свои обещания. Да благословит нас Господь, чтобы в нашей жизни мы всегда надеялись на Господа, всегда уповали на Него. Мы можем ошибаться. Я тоже ошибался в своей жизни, когда иногда надеялся на других людей, точно так же, как и Иосиф. Мы несовершенны. Но помните, что всегда надейтесь на Бога. И это принесет благословение в вашу жизнь. Да благословит нас Господь. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Баруха та Адунай, Элуэйну, Мелех Аулам. Ашер натан лану Турат Эмет, вехей улям ната бетухейну. Баруха та Адунай, нутен хатура. Амен.